Мы продолжаем наш выпуск. В администрации городского округа Люберцы состоялась торжественная процедура принятия присяги гражданина Российской Федерации мигрантами. Новоиспеченные россияне поздравил глава округа Владимир Ружицкий. Произнесение присяги – важнейшая часть процедуры принятия гражданства Российской Федерации. В этой связи с 1 сентября 2017 года действуют изменения в законе о гражданстве Российской Федерации. Что лицо, приобретающее гражданство Российской Федерации, обязано принести присягу гражданина Российской Федерации. Отказ заявителя от принесения присяги является основанием для принятия решения об отмене решения о приобретении гражданства Российской Федерации. Для многих мигрантов обретение российского гражданства – цель, которой они идут годами. Поэтому сдержать слезы в такой торжественный день удается едва. Исполнять обязанности гражданина Российской Федерации на благо государства и общества. Защищать свободу и независимость Российской Федерации. Быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции. Спасибо. Поздравил новых граждан России глава Люберецкого округа Владимир Ружицкий. Ну, я обращусь, видимо, так. Граждане Российской Федерации, вы ждали этого мгновения, наверное, минимум лет 5, а кто-то и больше. Поэтому я вас искренне поздравляю вот с этим событием. Армянка Инга Меликситян родила в России 2 детей. Ее муж уже является гражданином Российской Федерации. И я приняла гражданство Российской Федерации, потому что я думаю, что Россия – великая страна, и здесь можно добиться всего хорошего. Поздравления новоиспеченные россияне получили и от начальника Люберецкой полиции Евгения Романцева. Я хочу пожелать вам, вашим детям, вашим семьям мирного неба над головой, здоровья, удачи. В 2017 году гражданами России стали более 250 тысяч человек. Больше всего мигрантов прибывают из стран, ранее входивших в СССР – Украины, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Армении, Молдовы, Азербайджана, Киргизии, Белоруссии, Грузии. Александра Томей, Мария Антонова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Всем привет, я Луиза, вы смотрите телеканал ЛРТ, подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и комментируйте, и вы будете в курсе самых интересных событий.